Террористическая организация ЛНР до сих пор не может успокоить своих боевиков. Между незаконными военными группировками так называемой республики продолжаются столкновения. В этот раз русские казаки и боевики не поделили гостиницу «Турист», которая находится по адресу город Луганск, улица Оборонная, 112А. Боевики самопровозглашенной ЛНР национализировали все предприятия, заводы и магазины, с которых хоть как-то можно нажиться. А русские казаки, помародерствовав по Луганской области, теперь взялись за имущество незаконной республики.